Omar Romay. И компания Сильвио Берлускони представляют. Грессию Кольменарес. Освальдо Лапорта. И Херардо Романо в телесериале «Девушка по имени Судьба». А также Луису Кульок. Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Мария Виктория Менис. В главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибанес, Хуан Витали, Сесилия Мореско, Альфредо Иглесиас, Ноэми Морелли и другие. В фильме также снималась Вирхиния Лаго. Художник-постановщик Рубен Греко. Музыка Серхио Вильяра и Марсело Альвареса. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, vivo el universo que hay en mi interior. Режиссер Хорхе Монтеро. Лучия, прошу тебя, Лусия, не скрывай ничего. Да и нечего скрывать. Но не надо, успокойся. Я знаю, что Энрике срочно вызвали в Санта-Марию. Но они скоро вернутся. Успокойся, у них все в порядке. Какого черта вам здесь надо? Это мой дом. Неправда, это больше не ваш дом. И Мария вам больше не жена. Мария моя жена. И вы заплатите жизнью за это оскорбление. По вас тюрьма плачет. Вы убийца. И убью снова. Как же я мог так в тебе ошибиться, шлюха? Я, идиот, еще уважал тебя. А ты вернулась со своим любовником, да? Нашла, наконец, своего солдатика через столько лет. Гонсало, умоляю. Шлюха! Нет! Не надо! Ради всего святого! Энрике! Не надо! Остановитесь! Не надо! О, Боже! Энрике! Энрике! Ну, а теперь твой черед, потаскуха. Нет. Пощади, да, прошу. Да. Нет. И не думай удрать от меня. Нет. Я найду тебя. Не надейся спрятаться в моем доме. Не могу никак привыкнуть, что моя мама, которую я нашла через столько лет, имеет право на свою жизнь, на счастье. Чтобы она была до конца счастлива, ей нужно другое. Что?
чтобы ты меня простила. Но мне не за что тебя прощать. Я была такая злая. Прости меня за все, что я говорила. И за зло, которое причинила. Ты не заслуживала такого отношения. Прости, пожалуйста. Я никогда не держала на тебя зла. Клянусь, я никогда на тебя не сердилась. Никогда. И потом любовь мамы соединила нас навсегда. Я уже рядом, Мария. Как было бы хорошо расти вместе. Я всегда хотела сестренку, которой можно было бы доверить мечту. Спасибо, Милагрос. Ты так добра со мной, несмотря ни на что. Такие, как ты, достойны счастья. Мы должны благодарить Бога, что Он дал нам встретиться через столько лет. Хотя отец делал все, чтобы отказать нам в этой радости. Знаешь, мы могли бы стать настоящей семьей. Вот и все, Мария. Я тебя нашел. Нет, нет! Помогите! Энрике! Помогите! Я раздавлю тебя, как гадюку! Он убьет меня, Энрике! Помоги! Я не умею жалеть! Но я знаю, как поступают с такими, как ты. Я тебе отплачу за измену. Прошу тебя, прошу, не надо. Пришел твой час, Мария. Ради Бога. Образумься. Нет, что ты хочешь? Нет, Гонсало. Нет. Мария! Мария! Оставь ее, мерзавец! Убирайся! Любимый! Мне давно это следовало понять. Если ты была способна отдаться этому негодяю, значит, ты привыкла продавать себя любому без стыда. Как самая бесстыжая, гнусная, дрянная шлюха. Я заткну вам глотку навсегда. Вы не имеете права оскорблять женщину, которую я всегда любил. Но теперь все кончено, Линч. Вы пропали. Вам нет спасения. И вы это знаете. Теперь вы в моей власти. Ну, убейте. Убейте меня, стреляйте. Раз вы такой храбрый. Нет, вам это не под силу, Энрике. На это способен настоящий мужчина, а вы подлый трус, который только и умеет, что прятаться и приставать к чужим женам. Это вы не мужчина. Вы недостойны того, чтобы рядом с вами была такая женщина. Ну, убейте меня, наконец. Сходи за полицией, Мария. Пусть она разберется с этим негодяем. Не могу никак поверить, что этот человек мой отец. Наш отец.
Спасибо Господу Богу, что дал мне сестру. Но мне больно при мысли, что мы дочери Гонсало Линч. Знаешь, я бы предпочла этого не знать. Ты с самого начала узнала его с худшей стороны. А я с детства его обожала. Извини, что я делаю тебе больно. Но я говорю, что думаю. Нет смысла скрывать чувства. Я испытываю к нему одно презрение. Не извиняйся, дорогая. Он иного не заслуживает. А я постараюсь вспоминать только хорошее. Нельзя втаптывать в грязь воспоминания об отце, понимаешь? А Гонсало Линч для меня больше не существует. Он мне безразличен, живой он или мертвый. Кто? Гонсало Линч, сеньор. Этого не может быть, он в тюрьме. Могу поклясться, нет. Наверное, это недоразумение. Он отказался сдаться полиции в предместье Санта-Марии и убил солдата. По-моему, сейчас он в городе. Раз так, его надо найти. Пусть все участвуют в поисках. Пойду посмотрю, кто оказался в тюрьме вместо Линча. А вы найдите его живым или мертвым. Я же говорил, Муниз. Вы струсите. Чтобы убить, надо быть настоящим мужчиной. А подлецы, как вы, способны только красть чужих жен. Вы дезертир и подлец, ясно? Зато не убийцы, как вы. Могу вас заверить. Скорее бы появилась полиция, а то боюсь, что не удержусь и нажму на курок. Еще чуть-чуть, и я за себя не отвечаю. Вы поняли меня? Думаете, победа на вашей стороне? Думаете, что если через 20 лет вы отобрали у меня жену, поселились в моем доме, то стали всесильным? И это всего лишь от того, что четверо подыхающих от голода голодранца заняли правительственный дворец. Ошибаетесь, Муниз. Ошибаетесь. На этом все не кончится. Последнее слово будет не за вами. И скоро, очень скоро мы встретимся лицом к лицу. Правда, целиться буду уже я. Только я не буду раздумывать, а застрелю вас. Для этого надо сначала выйти из тюрьмы. А кто это? Кто посмеет арестовать Гонсало Линча? Многие об этом только и мечтают. И знаете, вас могут казнить на главной площади. С ума сойти! Казнить меня на главной площади моего города. Да, надо быть полным идиотом, чтобы подумать о таком. У вас больше нет власти, которой вы так долго кичились. Та самая власть, заручившись которой вы издевались над жителями Санта-Марии, кончилась. Знаете, как много людей хотят вашей смерти? Их слишком много, чтобы вы могли спастись от них, Линч. Ложь. Грязная ложь. Я Гонсало Линч. Губернатор на моей стороне. Все меня слушают и уважают, ясно? Не двигаться. А не то пристрелю вас, Линч. К вашему сведению, мне никто не указ. А уж такой грязный подлец и подавно. У вас не хватит смелости выстрелить. Стой! Стой, я сказал. Вы не способны. Не испытывайте меня. Так будет лучше. Забыли, что я всю жизнь был солдатом? Хотел бы я сполна отплатить вам за каждое ваше злодеяние. Очень бы хотел, поверьте. Но я не унижусь до этого, Линч. Но все же лучше я убью вас сейчас. Здесь. В вашем доме. Убийца. Нет, нет. Пусти его. Гонсало, пусти. Я же предупреждал. Вы упустили свой единственный шанс. Теперь моя очередь. Нет. Не с места. Фермо!
Стой! За ним! Сдавайтесь, Линч! Сдавайтесь! Вам не убежать! Вы окружены! Сдавайте оружие! Окружен? И вы думаете, что такие ничтожества вроде вас смогут задержать Гонсало Линча? Сдавайтесь, Линч. У меня приказ доставить вас живым или мертвым. Пусть так. И пусть это будет достойная смерть. Ублюдки, подлецы, ничтожества! Да здравствует губернатор! Да здравствует Гонсало Линч! Смерть мятежникам! Огонь! Гонсало. Господи, Ты и есть бесконечная любовь и доброта. Прости его злодеяния. Мария, пойдем, любимая. Подумай. Ты теперь свободна. Свободна. И можешь жить, как хочешь. Сенрике, Мария забудет свои страдания. А у меня скоро будет ребенок. Он будет мне наградой за все, что я потеряла. И тебя, Лусия, тоже ждет счастье. Ты забудешь Гонсало Линча. Теперь он больше для нас не существует. Давайте унесем его. Берите его за ноги. Так, давайте. Это неправда. Я не могу поверить. Он мертв. Он считал себя таким сильным, неуязвимым. И вот он мертв. Справедливость восторжествовала, Мария. Он заплатил за свои злодеяния и за смерть Виктории. Поговори-ка со мной, красотка. Милашка, пойдешь со мной? Семью создадим. Какие мы строгие. Ни один клиент не оставил тебе подарочка? Что с тобой, красотка? Тебе не нравится? Ты не любишь детей? Не хочешь развлечься? Я тебе не нравлюсь? У меня есть дочь.
Она такая же, как мать, правда? Нет. Она ангел. А кто же счастливый отец? Думаю, парень не промах. Видно, он не был джентльменом, как мы. Не говори, что он твоя первая любовь. Ребята, вот это явление. Надо же, такая красотка в такой глуши. Вы заблудились, графиня? Или ищете приключений? Здесь уже давно не видали таких красивых девушек. С тех пор, как сюда нагрянули индейцы. Ну как? Вы что, язык проглотили? Язык-то она проглотила. Зато глядите, какие глаза. Да, из-за таких глаз я много чего наделаю. Я пойду. Дай-ка бутылку. Быстрее, пошевеливайся. Ну? Пейте. Вам полегчает. Ночка холодная, уж вместе мы согреемся. Что за спешка, дружище? Ты же здесь не один. Оставь ее и нам. Девушка сама выберет из нас. Видишь, я ей нравлюсь. Еще бы ты такой наглый. Просто у тебя много вина, вот и все. Пошли со мной, красотка, клянусь, не пожалеешь. Ну, пошли. А будешь умницей, я тебя отвезу на ферму к моей подружке. Там много вина, развлечений. И там ты сможешь подзаработать. А где эта ферма? Далеко. Очень, очень далеко. Ладно. Пойду с вами. Я бы хотела иметь сына. Он был бы красивым, да? Конечно. В точности, как его мать. Да нет, я не в том смысле. Я говорила не о внешности. И я не о внешности. У тебя и душа прекрасная. Любимый, я хочу сказать, что плод нашей любви должен быть прекрасен. Такое милое создание. Это ты, милейшее создание. Да, но я родилась не от такой любви. Иногда... Я думаю о том, как я была зачата. То есть, что чувствовала моя мама? Была ли счастлива? Я думаю, да. Мария говорила, что твоя мать любила Энрике. А когда прижмешься к груди любимого, хоть на мгновение, это огромное счастье. И твоя мать... была очень счастлива в те минуты безумной страсти, когда было зачато прекраснейшее создание в мире. Да, наверное, все было так. Не знаю. Но Энрике не любил ее. А жаль. Мне бы хотелось быть рожденной от настоящей большой любви. Хватит, пойдемте-ка туда, где женщины хотят пить и развлекаться. А то эта красотка как будто только что с похорон.
Почему ты плачешь? Я вдруг столько вспомнила. Была уверена, что все это забыла. Я думала, что прошлое ушло навсегда. Но это не так. Оно не щадит, не оставляет в покое. Оно живет во мне. Живет. Во мне и в Камилле. При чем тут Камилла? Камилла. Камилла – плод моего падения. Дочь, которая не знает и никогда не узнает отца. Ведь и я не знаю, кто он. Я не помню даже его лица. Представляешь? Это мог быть кто угодно. Любой. Один из этих пропоиц, с которыми я была недавно. Кто угодно. Понимаешь, каково мне? Понимаешь? Камилла, самый чудесный подарок, который мне дала жизнь. А я за всю свою жизнь так и не сумела дать ей отца. Ее происхождение неизвестно, неясно, как и вся моя жизнь, как мое будущее. Она меня презирает, ненавидит, и она права. Права. Что во мне хорошего? Таких, как я, обычно называют гулящими женщинами. Вот кто я такая. А она такая благородная, и я ее не стою. Не стою. Бедная Виктория. У нее никогда не было покоя. Она его так хотела. Она никогда не знала счастья, на которое тоже имела право. И ни я, ни кто другой не сумели ей помочь. Даже наш отец так и не сказал ей, как сильно он любил ее и жалел. Виктория. Сестра моя. Судьбе было угодно, чтобы она умерла здесь, в своем доме. Мария, любовь моя, не казни себя, прошу. А теперь нам лучше уйти отсюда. Ты был прав, Энрике. В этом доме я не смогу быть счастливой. Да и ты тоже. В этом доме, в комнатах, витают ужасные воспоминания о прошлом, которое я не смогу забыть. Оно меня везде преследует и не даст нам быть по-настоящему счастливыми. Я уже решил, Мария. Не хочу жить в этом проклятом городе. Уедем поскорее, как можно дальше. Чем дальше уедем, тем будем счастливее. Уедем, пожалуйста, Мария. Давай немедленно оставим этот город. Сейчас же. А как же твои идеалы, Энрике? Ты столько боролся против этого режима. И вот он пал.
Пора бы кому-нибудь создать из этого скопища пороков мир справедливости. Идеалы можно воплощать везде. И потом здесь немало людей, более достойных, чем я, которые смогут создать новое правительство. Нет, любимый, не верю. Мария, мне не нужна эта должность. Я это знаю точно. Единственное, чего я хочу, это уехать как можно дальше. И побыстрее. Завтра вернемся на ферму. Это и будет наш дом. И нам больше ничего не нужно, любовь моя. Это и будет наше царство. Навсегда. Навсегда. Я не думала, что это простое слово может звучать так нежно. Навсегда. Навсегда. Вместе с тобой, Энрике. Навсегда. Августо еще спит, Росаура? Нет, он уехал в Эсперансу. Хочет побыть с Милагрос. Твой десерт был таким вкусным. Спасибо. Ты отлично готовишь. Лусия, этот дом твой, сестренка. Я хочу, чтобы ты жила здесь. Я уже нашла дом, где хотела бы жить. Но рядом... Совсем рядом живет человек, которого я не могу забыть. Может, если бы... Милагрос? Ты здесь? Добрый день. Это все тебе. Не знаю, красивые ли они, но пахнут хорошо. Здесь кто-то еще? Августа. Что-то не так? Это я, Лусия. Ты очень добр. Я отлучусь на минуту, поставлю в вазу цветы и схожу за Хонсита. Его что-то давно нет. Надеюсь, ты не против? Но. Нет. Нет, конечно. Позвольте. Августа. Иди сюда. Как я рада тебя видеть. Я и не думала тебя здесь встретить. Я тоже не думал. Это так трогательно принести цветы. Они красивы. Ты их собрал поблизости? Нет, мне их собрал кучер. Я знаю, тебе многие помогают. Я бы тоже хотела помочь. Лусия, думаю, нам надо поговорить. Да, ты прав. Я не собираюсь упрекать тебя или требовать объяснений. У тебя были причины на то, что ты сделал. И теперь это не важно. Главное, что наконец-то мы снова вместе. А я и не надеялась на это счастье. Пожалуйста, выслушай меня. Мне надо тебе кое-что сообщить. Это излишне. Когда ты ушел, я с ума сходила от любви и поняла, как сильно я люблю тебя. Я на все готова ради тебя. Ты не понимаешь...
Судьба опять соединила нас. Мы не вправе отказаться от этой возможности. Наша жизнь изменится навсегда. Теперь-то я не отпущу тебя. Ничто не заставит меня. Дорогая, клянусь, я все перепробовал, пытался, собравшись силами, думал, что у меня получится забыть ваши прекрасные глаза. Глаза, как две звезды, упавшие с неба. Лусия. Я не прощу отцу наши разлуки. Хватит, это неправда. Это неправда. Нет, правда. Отец был так жесток с нами. Знаешь, если бы он так не противился нашей помолвке... Нет, и вовсе не расстройство нашей помолвки заставило меня спустить курок. Что ты говоришь? Ты сам признался в этом? Но это неправда. Я не хотел ранить тебя, говоря правду. Теперь же я понимаю, как ошибся, и только открыв сердце, я смогу позволить тебе забыть обо мне и узнать счастье с кем-нибудь другим. Говори, что хочешь, но я все равно не поверю. Ты лжешь. Лжешь, потому что боишься, что я люблю тебя из одной жалости, но это не так. Я люблю тебя. Всем сердцем люблю, слышишь? Но я-то никогда не любил тебя. Августа. Это правда. Я хотел покончить с собой, потому что думал, что навсегда потерял единственную женщину, которую я любил и буду любить всегда. Я думал, она трагически погибла. Трагически погибла? О чем ты? Какая глупость? Зачем ты это выдумал? Нет, это не глупость. Это правда. Я хотел убить себя, потому что думал, что Милагрос погибла. Только бы лейтенант забыл о любви к тебе и осчастливил малышку Лусию. Я так надеюсь на это, Доминго. Но боюсь, она не будет счастлива. А может, тебе удастся что-нибудь сделать? Я не подхожу для этой роли. Тогда пойду я. Доминго, подожди. Позволь мне, детка. Не надо, не ходи. Извини, Лусия. Тогда я сказал тебе неправду, чтобы не причинять боли. Похоже, моя судьба – заставлять страдать самых близких мне людей. Так значит... Это правда все, что ты сказал? К сожалению, правда. Что ты ей сказал? Почему она так расстроена? Я сказал правду. Какую? Что я люблю тебя. Ты единственная, кого я любил и буду любить всегда. Нет. 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 Лусия! Что вы наделали? Вы же разбили ей сердце.
Лусия, не говори ничего. Я не вправе упрекать тебя. Я могла догадаться, но я... Все не так, как ты думаешь. Он любит тебя. Он сам сказал. Оставайся с ним. Так Августа будет счастлив. Нет. Он любит меня, верно. Я давно это знаю. Но я испытываю к нему только привязанность, и все. Мое сердце принадлежит другому человеку. Это Катриэль. И так будет всегда. Всегда. Катриэль — единственная любовь моей жизни. Он отец моего сына. Я скоро вернусь. Ты куда? К реке. Катриэль. Не ходи туда. Ты не найдешь ее. Он любит тебя, но не будет с тобой. Такова судьба. А я люблю его. И месяцами жила, мучаясь, что он ослеп по моей вине. Я-то думала, что он мечтал обо мне каждую ночь. Что он страдал. И вот сейчас узнаю, что женщина, за которую он хотел умереть, ты, Милагрос. Если бы он только смог забыть меня. Как бы я хотела видеть вас вместе. Счастливыми. Сестренка. Ты не виновата. Почему судьба так жестока со мной? Почему она так несправедлива? Почему Августа не любит меня, когда я люблю его? Я бы заслужила его любовь. Мы бы были так счастливы. Да, верно. Но любовь не подчиняется разуму. К сожалению, она подчиняется только воле сердца. Бессмысленно бороться с судьбой. Поверь, лучше смириться. Давай поблагодарим Бога за то, что Он соединил нас. И не дадим мужчине разделить нас именно сейчас. Не позволим ему этого. Нет. Нет. Поймите меня. Я знаю, вы не виноваты, лейтенант. А потом сердцу не прикажешь. Тогда лучше уйдите из их жизни. Они кровные сестры и очень нужны друг другу. Подумайте. Господь вам в помощь. Августа, не уходи. Мне надо поговорить с тобой. Лусия. Лучше оставить все как есть. Я понимаю, что сделал, и знаю, мне нет прощения за всю ту боль, что я тебе причинил. А потому дай мне побыть одному.
Ты несправедлив к себе. У тебя хватило смелости сказать правду. Если бы я только мог как-нибудь загладить свою вину. Ты это сделал. Я тяжело ранил тебя. Ты не мог сделать большего. Теперь я это понимаю. Лусия. Меня здесь ничто не удержит. Моя мечта рухнула. Моя прекрасная мечта была не что иное, как обман. Ты достойна лучшего мужчины на свете. И этот мужчина, конечно же, не я. С тобой никто не сравнится. Я буду уважать тебя. Нет. Ты ошибаешься. Пожалуйста, забудь обо мне. Я ничтожество. Я никогда не забуду тебя. Не знаю, как смогу жить дальше, когда тебя не будет рядом, но такова моя участь. Я должна навсегда заставить себя отказаться от тебя и от моей мечты. Бедные мои девочки. Бедная моя Лусия. Лусия права. Ну почему мы так несчастны? Почему? Не говори так, малышка. Ты еще очень молода. Да, я молода. Но я уже столько выстрадала. А Лусия? Ну почему Августа не любит ее, а она сходит по нему с ума? Почему? Господь не покидает людей, если они добры. Рано или поздно он подарит им счастье, которое они заслужили. Дай Бог, Доминго. Если они поженятся, я буду так счастлива. Августа и Лусия. И к тебе придет счастье. Нет, не думаю. Конечно, Господь подарит мне еще много радости. Я буду растить ребенка, которого полюблю всем сердцем. Но он никогда не вернет мне Катриэля. Старый Доминго не знает, что уготовила тебе судьба. Но Господь всегда знает, что лучше для каждого из его детей. Я уверена, что рано или поздно Господь подарит счастье и тебе, дорогая моя милая девочка. Прости, Доминго. И да простит меня Господь, но я уже ничего не жду от жизни. Много лет назад жила-была одна девочка, которая пришла в этот мир, чтобы страдать и страдать. Так сильно, что мы думали, Господь забыл о бедняжке. Но она никогда не теряла веры, хотя и не надеялась, что Господь уготовит ей в будущем немало счастья. Эта бедная девочка была твоя мать, моя маленькая Мария, которая, будучи столько лет вдали от человека, которого безнадежно любила, обрела с Божьей помощью единственную любовь в своей жизни. Вы свободны. Но, надеюсь, вам запомнится этот опыт. И поверьте, прежде чем начинать дружбу, следует проявить бдительность.
Даю слово. Я до конца жизни не собираюсь больше иметь дело с Линчем. Да. Я уверен в том, что говорю, и меня радует это будущее. Надеюсь, я смогу на вас положиться. Я не нарадуюсь, когда вы вместе. Мне кажется, ваше решение обосновано. Ну что ж, уверен, вы без труда найдете на эту должность более подготовленных, чем я, людей. Нет, Энрике, вы подходите больше всех. Но кого-то мы, может быть, и найдем. Вы немало сделали для Родины. И, конечно, вам сейчас стоит подумать о себе. Наслаждайтесь свободой, за которую пролито столько крови. Мы мечтаем о спокойной жизни в новом доме, вместе с нашими милыми девочками. А очень скоро и с маленьким внуком. Я так хочу поскорее обнять Милагрос. Думаю, ей сейчас очень тяжело. Она рада, конечно, что будет ребенок, и в то же время горюет по Катриэлю. Милагрос соберется с силами, я уверена. Знаете, ребенок делает чудеса, особенно если он от любимого человека. Он будет напоминать ей о их любви. Вперед, Катриэль! Похоже, наш бедняга-индеец совсем ослаб. Вперед! Не может быть, чтобы я была сильнее тебя, ведь я женщина. Как знать. Я хочу посмотреть, сможет ли моя женщина сдвинуть плуг. Давай. Ну, конечно. Погоди, дай-ка мне сесть. Хорошо. Начинай. Давай, давай, давай. За плугом ты, работник, неважный. Но зато ты умеешь вкусно, очень вкусно готовить. Я обожаю, как ты готовишь. Лилиан. Лилиан. Лилиан!